нас такое бывает, это нормально. Такие смены – это прежде всего отличная возможность для детей почувствовать себя настоящими инженерами. Все занятия проходят в интерактивной форме. Программа составлена таким образом, чтобы каждый участник смог ознакомиться с каждым из направлений смены. Например, в рамках модуля «Техническое моделирование» ребята разработали модель автомобиля на пульте управления, составили схему и протестировали машину на возможность прохождения препятствий. Завершающие профильные смены стартуют уже 2 августа, закончится летняя проектная школа «Робин ВПИ» 27 августа.